Всем привет! Сегодня я снимаю для вас новый влог. Влог про мой лагерь. Потому что завтра еду в лагерь и решу для вас снять это. Извините, что я так говорю не очень. Просто я сейчас еду за вкусняшками, чтобы купить их в лагерь на велосипеде, поэтому не могу нормально продумать свою речь. В общем, сейчас я уже приеду, и следующий кадр будет, как я покупаю вкусняшки всякие разные. Короче, я забыла снимать, как я закупаюсь. Но я купила сначала в одном магазине вкусняшки, потом во втором напитки. Сейчас приеду домой, тогда уже сделаю обзор, покажу. Итак, я уже дома. Сейчас пойду возьму чемодан и будем собирать чемодан. Начинаем собирать чемодан, и первым я буду класть одежду. Некоторая одежда у меня еще пока на стирке, но сейчас положу ту, которая пока есть. Сначала кладем джинсы. Кстати, выяснилось, что со вкусняшками нельзя, поэтому будем без них. Кладем вторые джинсы, спортивные штаны раз и спортивные штаны два. Также я беру вот такую рубашку, вот такую футболку и еще футболку, в которой я буду спать. Три топика, две пары шорт. Ну и как так получается, с учетом того, что еще несколько вещей придут со стирки. Теперь переходим к этой части. Кладем кепку. Вот такой фумигатор от комаров. Шампунь, гель для душа и кондиционер. Косметичка. Вот сюда я положу крем для рук и крем для лица. И еще вот такой крем для лица. Ну и также зубные щетки и пасту. Положу вот такую повязку. Мочалку, с которой я даже не сняла еще ценник. Ну не ценник, а этикетку. И еще положу вот такую поясную сумку. Возьму еще расческу. Также я беру зарядку. А еще я забыла положить одни шорты. В общем, наш... чемодан почти собран, я там еще доложила полотенце, несколько вещей, но уже не важно, не буду показывать. Потом доложу сюда еще вещи, которые постираются, и все. Короче, в этот маленький чемодан я не влезала, и тут еще были бы вещи, поэтому я переложила в более такой побольше чемодан. Так что вот так. Всем привет, уже следующий день, я сейчас поем и выезжаю уже в лагерь. Кстати, лагерь находится очень близко, 10 минут буквально, еще я беру с собой ребенка, чтобы спать с ним. И вот так вот как-то выглядит мой чемодан и рюкзак. Я сейчас собиралась садиться в машину, смотрю, а тут спит наш. Здрасте. Все, мы выезжаем уже. Всем привет! Я уже третий день в лагере. Мне вообще все нравится. Здесь крутой лагерь. Кстати, записываю в туалете. Не знаю, что еще сказать. У меня сейчас выглядит телефон, поэтому я записываю для вас такую камеру. Всем привет! Я уже последний день в лагере. Завтра уезжаю утром. Вот я уже собрала чемодан. Ну, не до конца еще собрала, но уже почти собрала. Так что завтра приезжаю домой и постепенно начну монтировать видео. В общем, я уже дома. Сейчас буду разбирать свой чемодан. Кстати, да, у меня написано всякие вожатые. Типа, я сама писала, но некоторые еще расписывались. Типа, вот тут расписались, тут тоже. Ну, в общем, сейчас буду все разбирать и скоро буду монтировать видео, так что всем пока!